Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я никогда, видимо, уже не перестану удивляться над этими людьми, ну, уже даже не смешно, знаете, то есть, если в первые разы было там, знаете ли, как-то хоть немного смешно, хоть что-то там где-то это волновало кого-то, да, и так далее, и многое другое, как бы, да, если там вот это было, ну, как-то вот более-менее, ну, было и было, ладно, ну уж что там, ну, вот бывает у человека такое, да, то есть, но тут я вообще не могу понять абсолютно ничего, то есть, понимаете, я вот, то есть, кто я-то по факту, да, то есть там 1250 подписчиков, и кто такой Андрес Сукре, там, знаете ли, свой самп мобайл сделал, свою там еще какую-то штуку и так далее, то есть у него там канал на несколько миллиардов подписчиков, да, или вроде того, и делать вот просто вот такую вот хуйню, зачем, ролик не набрал большого количества просмотров, ну вот просто зачем вот этот вот нужен геморрой, чтобы я кому-то отправлял свои данные, да, и так далее, мои данные, безусловно, уже, наверное, знают все самп ютуберы, если там Луняша, разумеется, рассказал, ну, ладно, будет знать Андрей Сукрей расскажет все данные там, как бы, да, как бы оно ни было на самом деле, и, как бы, ну ладно, ну и что поделать-то, ну, расскажет и расскажет, ладно, и вот, ну вот, я даже тут не хочу разводить какую-то полемику на тему авторского права, на тему того, почему тут в данном случае я прав, да, то есть я не хочу вот это вот все делать, потому что я уже миллиард раз говорил про добросовестное использование, про цитирование другого видеоролика и так далее, господи, я понимаю, когда весь ролик, блять, просто идут какие-то отрывки другого человека, вот это я понимаю, да, вот это в самом деле охуеть, ебать, как так, и вот многое-многое другое, тут же я просто не знаю, блять, один отрывочек взял у него там на несколько секунд, и он меня просто вот забанил. И я вот уже, как бы, ладно, нету смысла тут искать логики, потому что до этого видеоролики он мне никакие не банил, там, с того канала, там, с основного вот этого, знаете, с Дан Семен на английском, с этого канала, то есть я тоже использовал его какие-то видеоролики, также в целях цитирования, что подпадает под добросовестное использование, также, как бы, все было нормально, и тут он просто кидает на этот видеоролик страйк. Я не знаю, в чем причина, зачем, если только он хочет узнать мой адрес, но что ему этот адрес даст, блять, он заебется меня у подъезда караулить, я из дома выхожу, блять, раз в год, как бы, ну, зачем, позвонит мне по номеру телефона, который я там указал, ну, это, блять, АФК номер, как бы, я не знаю, на него чисто смски это приходит и все. Зачем? Для чего? Нахуя? Для того, чтобы на некоторое время, знаете ли, убрать этот видеоролик, чтобы потом он, возможно, не продвигался или продвигался не так, ну, тоже как-то, я не знаю, смутно, да, то есть, при том, что, ладно, там уже данные другого человека, видимо, получить нельзя с этого ютуба, то есть, только твои данные-то уходят, похуй, но я в самом деле не знаю, просто... Был ролик, как бы обычный ролик, у меня таких видеороликов достаточно много, где Андрес Сукре предстает в не лучшем свете, да, эта запись трансляции у него осталась там в этом, в ВКонтакте, в самп мобайл, да, то есть, все там есть, все там как бы, сразу понятно, что вот, ну, все там есть, как бы, ну, это логично, все вот эти записи, все прочее, тут и без моих комментариев, как бы, хватит у большинства людей вот этой вот всей штуки, я не знаю, зачем банить, то есть, уже даже, понимаете, уже даже можно не бал, уже даже мне можно написать, мы попробуем это как-то решить, то есть я даже уже так на уступки на какие-то иду, то есть всегда мне человек любой, который я там какой-то контент у него взял или как-то в не лучшем свете его представил, он мне может свою позицию объяснить, я может перед ним и извинюсь, то есть возможно, я не знаю, у Андреса Сукре там было какое-то настроение плохое, да, а было там еще что-то подобное, ну и просто вот так вот, ну вспылил, да, ну с кем не бывает, я бы сказал, все, Андрюха, понял, как бы, выпустил бы пост, сказал бы, что ролик так или иначе есть, Андрюха тут вспылил, как бы все, мы с ним обговорили, нет, я везде у него забанен, я нигде не могу писать, как бы, ну, непонятно, и кидает мне страйк. Зачем? Для чего, блять, ну нахуя, ну 2 недели не будет этого видеоролика в сети, да, и что? Что дальше-то будет? Ну просто вот мне непонятно, что от этого изменится, как бы. Ролик все равно разбанят, ролик все равно будет висеть, как бы. Возможно, Андрей Сукре никогда не кидал страйки, хочет посмотреть, как это работает. По-моему, даже в конфликте с Паулом он говорил, что кидать страйки — это хуйня. Возможно, я сейчас ошибаюсь, возможно, кто-то другой говорил. Тем не менее, мне вот это вот абсолютно непонятно, как человек такого масштаба, такого, казалось бы,
такой вот этой вот всей штуки может вот так вот себя повести, ну я не знаю. Я просто, поведение Андрея Сукрея в последнее время меня достаточно сильно расстраивает. Да хотя, чё расстраивает, мне похуй, да, но вот просто вот эти вот, знаете ли, закидоны, где человек сначала вот так, потом вот так. Ну зачем это делать? Ну нахуя? Ну просто для чего? Ну я не понимаю вот этого вот лично. Для чего? Нахуя? Зачем? Ну как бы, ну блять. Ну ладно, я понимаю, если бы там ролик набрал 30 тысяч просмотров, 300 тысяч просмотров, миллион, да, вот тут можно было бы кинуть страйк, можно было бы что-то сделать, можно было бы вот так вот. Ну а тут что? Я просто, блять, я уже эти поля, вот знаете, для обжалования страйка я, блять, вслепую заполняю. Я точно помню, там фамилия, имя, адрес, там, блять, номер телефона и так далее. Просто все. Ну зачем? Просто зачем вот это вот уже делать? Просто, ну это уже не смешно даже. Блять, столько примеров было. Трипион Варда, Луняш, там еще вроде кто-то был. Все страйки я обжал, людям помогал обжаловать всегда страйки, потому что вот этой вот функции страйков ей постоянно пользуются как попало. То есть непонятно что. Я понимаю, когда на перезаливы, да, кидают какие-то страйки, когда вот так, когда просто по добросовестному использованию, ну нравится тебе или не нравится, ну такое так или иначе будет, если ты себя так ведешь. На мое поведение, да, любой человек может высказаться, я ничего ему не скажу, да. То есть это, я понимаю, если бы я тебе, понимаешь ли, в личное сообщение ВКонтакте написал, говорил, ебать ты плохой, ебать ты дурак, ебать ты даун, я понимаю, ты бы мог меня забанить ВКонтакте, да. Сам так частенько делаю, отгораживаюсь от психов на личной страничке. Но тут просто, я вот не понимаю, просто вот, блять, интернет, большой интернет, блять, там просто все. И, ну, вот так вот происходит. Зачем? Для чего? Нахуя? Я вот этого вот не понимаю. Посмотрим, что Андрей Сукра будет делать с этой информацией. Сольет он там ее, не сольет. Что будет дальше делать? Просто, ну, этот человек, я так думаю, он может все что угодно выкинуть, поэтому надо будет, наверное, скоро переезжать, потому что, ну, а как по-другому-то, да? То есть... По-другому абсолютно точно никак. Ну, я не знаю. Может обжаловать раньше времени... Ну, ой, может отозвать раньше времени страйк, когда поймет, что его так или иначе снимут. Я такой, типа, ну ладно, ну, типа, хорошо, написал бы пост, сказал бы, что красавчик, да, я так с Трипион Варду уже делал, когда он страйк кинул. Ну, зачем? Вот просто, я понимаю, возможно, вспылил, возможно, еще что-то там, да... Кинул страйк. Можешь написать в ЛС, как бы, можешь... Я не знаю, сейчас номер тебе придет, можешь позвонить там, если возьмет кто-то, да? Это мой номер, но он АФК, типа. Ну, я вот просто, я вот этого вот не понимаю. Можем обсудить все, безусловно, что не устроил. Ты бы мне написал, я бы сам, может, ролик удалил. Вряд ли, конечно, но если бы ты объяснил ситуацию всю, я бы, возможно... Просто тут, понимаешь, я вижу ситуацию под одним углом. И просто, и ты ее никак не комментируешь. Ну, что, и вот сейчас страйк мне приходит. Как это нужно понимать, что с этим нужно сделать? Для чего? Нахуя? Зачем, да? То есть, ну, непонятно. Ну, то есть, ну, зачем? Ну, вот для чего? Ой, я не знаю. Я не понимаю. Зачем? Для чего? Нахуя несколько раз буду этими вопросами задаваться, потому что, ну, я не понимаю уже. Ну, страйки — это такая штука, которая, ну, абсолютно как-то, знаете ли, не работает. То есть, ну, она оспаривается просто на раз-два, потому что я ничего не нарушаю никогда. Все ролики, там везде есть дисклеймер, там везде добросовестное использование, там везде это взято в рамках цитирования каких-то фраз и так далее. И, ну, зачем? Для чего? Ролик уже перестал набирать просмотры, сейчас после того, как его разбанят, он опять начнет набирать просмотры. Ну вот просто для чего? Я вот этого вот конкретно не понимаю. А так, ну, Андре Сукре. Давай так, если я тебя чем-то обидел, да, в том ролике, извини меня, пожалуйста, не хотел. Вот в самом деле не хотел, да, просто я увидел ситуацию, я ее обсудил, я сказал, ну ладно, ну нормально, типа, да. А сейчас, ну, блядь... Ну, я не понимаю, первый страйк, он, разумеется, ничего не делает, то есть там ничего не отключает, ничего, никаких функций он, понимаешь ли, не убирает у меня, но так или иначе обидно, так или иначе это все равно обидно, и, ну, мне непонятно вообще, для чего можно и нужно так делать, зачем и для чего, ну, в самом деле, ну, как бы это нелогично немного. Опять же, можешь написать в ЛС ВКонтакте, оно открыто, разбань только меня, да, разбань, и тогда уже можешь написать в ЛС ВКонтакте, там все бы обсудили, там все бы вообще урегулировали, потому что, ну, так, ну, это вообще что-то пиздец какой-то, ну, в самом деле,
Я в самом деле не знаю уже. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Немного, знаете ли, с грустной ноты начали и грустной нотой закончили, потому что, ну, как бы, ну, непонятно, да. Ну, если кто-то из вас есть, кто посмотрел видеоролик, можете в комментарии написать, как он, да. То есть IP Arizona Rally Play Phoenix находится в описании под данным видеороликом. Никнейм Данте Коннор. Я совсем забыл об этом сказать, потому что на эмоциях вот это вот все записываю. Всем спасибо, всем пока.